Сегодня мы с вами будем рисовать животное серну. Сначала рисуем ей мордочку. Делаем набросок. Как она у нас будет идти? Серна – это млекопитающее животное. Серна есть козий. Латинское название животного дословно обозначает скальная коза. То есть серны обитают в скалистых местностях, хорошо приспособлены к перемещениям по ним. Морда серны миниатюрная, короткая и зауженная. Глаза большие, ноздри узкие, шелевидные. Прямыми глазами из надбровной области, как у самцов, так и у самок, рога. Они гладкие. Дальше рисую хвостик. Ротики прорисую. Носик. И рыба. Thank you.
Thank you.